Порой смотришь на голодных, взъерошенных, трясущихся от холода собак и кошек, и сердце кровью обливается. Они как будто заглядывают нам в глаза. Во взгляде читается страх и тоска. Для того, чтобы помочь хотя бы некоторым из них обрести дом, в 44-й школе прошла ежегодная акция «Ищу хозяина». Уже не первый год наша школа сотрудничает с организацией «Лучшие друзья», фондом помощи бездомным животным. И эта акция проводится уже второй год. Наши дети собирают корм для бездомных животных. Я думаю, нужно как можно больше развесить листовок, как можно больше проводить акции по сбору корма и всяких вещей для животных. Я думаю, что то же самое, нужно как можно больше проводить таких акций, как можно больше листовок. Мне даже кажется, может, по две, по три листовки на каждый дом. Считаю, что, во-первых, нужно полюбить животное и обязательно найти своего лучшего друга. Детям раздали листовки с фотографиями питомцев, которым нужно найти новый дом. По задумке организаторов, они должны расклеить их возле своих подъездов на доске объявлений. Может быть, кто-то захочет завести себе четвероногого друга. И в прошлом году мы отвезли корм, два раза в год собирали корм этим бездомным животным. Ну и в этом году, я думаю, это не последняя акция. Но, конечно, самое главное, чтобы люди наконец уже поняли, что собака, кошка или другой питомец – это не игрушки, которые можно купить, поиграть и отложить или выбросить, когда надоест. Мы должны быть в ответе за тех, кого приручаем. Конечно, бывают ситуации, когда по медицинским показателям животное больше не может находиться в доме. Например, если у человека оказалась аллергия на ворс или астма. Но выбрасывать на улицу животное не выход, должна быть ответственность.